Ключевым событием в работе чувашской делегации на форуме «Россия. Спортивная держава» стало подписание соглашения о сотрудничестве между нашим регионом и Министерством спорта страны. Оно предусматривает развитие базовых для республики видов спорта, популяризацию массового спорта, совершенствование спортивной инфраструктуры Чувашии и рассчитано до 2020 года. Так, при поддержке Минспорта страны в Чебоксарах построят региональный центр по хоккею при Чувашском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза Кочетова. Из федерального бюджета в следующем году на это выделят 180 миллионов рублей. Министр спорта Павел Колобков отметил, что в отличие от ряда регионов, где построенные спортивные объекты используются только на 60%, в Чувашии они практически полностью загружены. Во время встречи стороны предварительно договорились о проведении 100-го чемпионата России по легкой атлетике в городе Чебоксары. Учитывая успешный опыт Чувашской республики в организации крупных спортивных мероприятий, Павел Колобков выразил готовность поддержать нашу заявку.